Может быть, природа — это гигантский кот? И если так, то кто гладит его по спине? Позвольте представить, блестящий Никола Тесла. Величайший изобретатель современности. Если загуглить его имя, вы получите 34 миллиона результатов. По правде, там всего 4 картинки. Если копнуть глубже, все становится любопытнее и запутанней. Томас Алва Эдисон. Огоньку. О, Тесла, не увидел вас. Имею честь представить вам новую систему передачи энергии. Переменный ток. Она изменит ход истории. Без искр. Идеально. Где вы прятались? Переменный ток – пустая трата времени. Непрактичный и опасный. Ты живешь мечтами. А ты нет? У нас нет финансирования. Мистер Тесла считает, что я ему должен, кажется, 50 тысяч долларов. Да. Энн Морган. Дочь Джей Пи Моргана. Такая женщина может исполнить все ваши мечты. Мои мечты уже сбылись. Хотите лимонада? Вы ночами работаете в секретной лаборатории и запускаете молнии в небеса. Я пытаюсь приручить дикого кота. От меня ничего не осталось, кроме царапин. Нравится, когда вас царапают? При необходимости. Мир – это сон, который Тесла увидел первым. Тесла.